Лисенок, кикбоксер и новоиспеченный чемпион России Михаил Якушев встречали гостей столицы страны на ВДНХ. Для гостей праздника были подготовлены различные интерактивы. Знакомились с историей алтайского кикбоксинга, а также у всех желающих была возможность прикоснуться к чемпионскому поясу и посмотреть различные кубки и медали. А в конце для посетителей прошли показательные выступления по всем разделам кикбоксинга. На стенде Алтайского края Федерация кикбоксинга представляет алтайский спорт. Мы показываем свою историю, свои достижения, свои успехи, свои планы на будущее. И вы знаете, активность жителей, активность посетителей нас очень удивила. И еще новый промоушен Siberian Fight Championship проведет свой первый турнир по боксу в Барнауле. Соревнования будут проходить по правилам профессионального бокса в весовых категориях до 86 килограммов, что повысит зрелищность. Возраст файтеров до 25 лет. И организаторы планируют ограничиваться только сибирскими спортсменами, чтобы продвигать наших боксеров. Дмитрий Дроздов, День с толком.